Этот парень был твоим бойфрендом? Пипа, этот парень — мой лучший друг. Мы жили вместе 5 лет. Как братья. Ты что, не слышал о нем? Нет, не разбираюсь в русских знаменитостях. Он не знаменитость, он национальный герой. Надо же. Так, это он. Братец! Брат мой! Выглядишь ужасно. А ты по-прежнему как дикий кабан. Рада познакомиться. Это Пипа. Очередная красотка Аркадия? Нет, нет, что вы. Нет, это сестра Розмари. Ах, да, извини. Он рассказывал, как я защищал его от хулиганов? Нет. Только потому, что я позволял ему списывать. Что это? Ты космонавт или пилот Формулы-1? Какая разница? Я перешел на темную сторону. Честные полеты в космос. Чейз Галактик, слышал. Эйси Чейз? Миллиардер? Точно. Он запускает первый коммерческий корабль, а я буду на нем капитаном. Надо же. Буду возить туристов. Пипа, идем со мной. Познакомлю тебя кое с кем. Что? Захвати мою сумочку. Сумочку. Идем. Добро пожаловать на наше шоу. На этой неделе космический симпозиум. Так что я остановился в Хаксли повидаться с Аркадием. Держись, Олега, и увидишь самое интересное. Тайлер Аркадий Балаган. Тайлер Кирпатрик. Служил в НАСА, а теперь мой пилот. А это... Дженни. Джеки. Аркадий наслышан. Я рассказывал только правду. Надеюсь. Привет, я Пипа. Привет, Пипа. Простите, но я ела ваши сухие завтраки. Это что-то неземное. Да, я тоже. Я уволил того менеджера. Но завтраки правда вкусные. В Санкт-Петербург весной. Я серьезно. В Россию? Нет, Санкт-Петербург, во Флориде. У меня там есть дом. Флорида. Имбирный эль или апплетини? Типа Эйси Чейз и его жена. Делия Чейз. Да, в жизни она еще красивее. Правда? Спасибо. Всем спасибо за то, что пришли. Друзья мои, сегодня мы обеспечили себе финансирование и зарегистрировались в авиационном управлении. А завтра на космическом симпозиуме мы объявим о дате запуска. Мы победим в новой космической гонке. Привет, Рэндалл. И Чейз Игл совершит первый в истории коммерческий космический полет. Привет. Рэндалл Миллер, глава инжиниринга. Аркадий Балаган, глава самого себя. Друг Олега, да? Да, старый друг. Это телескоп? Да. Чтобы следить за вашими кораблями? С ним я буду следить за метеорным потоком Лириды. Тайлер, я иду на крышу, на пару слов. Да, Рэндалл? Сегодня поток Лириды встречается с кометой Тэтчера. Ясно. В холл. Извини. Мюллер. Блестящий человек, но его не любят. А нам очень нужна любовь. Очень и очень. Пипа. Олег. Я встречал Розмари в Париже. Потрясающая была женщина. Да, спасибо. Двойной бурбон. Выпьем. Сюда, сюда. Выпили быстро. Эйси, Эйси и Делия, позвольте представить. Аркадий Балаган. В 13 самый молодой гроссмейстер. В то время Хаки Швинду бил меня долгих полгода. Олег вас нахвалил. Извините, миссис Чейз, знаю я его похвалы. Я люблю тебя. Нам пора, завтра очень важный день. Так, останьтесь выпить. Останьтесь. Я рад знакомству.
Большой босс, не уходите. Эйси Чейз встает в 4:30 утра, так что я должна отправить его спать. Доброй ночи. Доброй ночи. Рада знакомству. Нет-нет, прошу. Что ты делаешь? А что, мне нужно работать. Пипа! Мне так и сказал. Ну и довольно. Что? Нет-нет-нет, мне рано вставать. Олег, ты должен остаться. Да не для моих друзей. Шампанское. Олег, вернись. Ты прав. Олег как ураган. Ураган, оставивший нам счет. Любовь. Да, мне нравится этот парень. Двенадцать тридцать шесть. Я без сил. Рухну прямо здесь. Можешь занять кровать. Что это? Рад видеть вас снова, мистер Балаган. Я тоже, Рэндалл. Давай, обувайся. Что? Что случилось? Кажется, инженер, изучая звезды, нашел черную дыру. Конец игры. Идея Аврума Джейкобсона. Отличная головоломка. Спасибо, Олег. Думаешь, Олег как-то с этим связан? Поверь, он твердый орешек. Тот, кто хочет его съесть, получает несварение желудка. Хьюго? Не до игр, Балаган. Человек мертв. Рэндалл Мюллер? Да. Опять на твоем дежурстве. Самоубийца пролетел 17 этажей вниз. Проблема Хьюстона не моя. Самоубийцы не прыгают со своим скарбом, например, с телескопом. Значит, несчастный случай. Да, версия о несчастном случае при наблюдении звезд. Есть версия получше? Да. Да, что я спрашиваю? Сообщи своему другу-детективу, что телескоп упал на Землю спустя 4 секунды после мистера Мюллера. Откуда ты знаешь? Привет. Выглядит таким невинным, да? Когда мы были детьми, виноват был он, а ругали меня. Ночь будет интересной. Сэмюэл, проснись. Сон не так интересен, как шахматы. У нас убийство. Так что ты сказал детективу? Правду? Я был в сауне перед сном, потом позвонил Тайлер, я спустился в холл. Ты брал телефон в сауну? Да. А что, он был в халате, а халат висел снаружи. Мистер Балаган. Да. Надо же, Олег Олеский. Сэм Бешт. Не верится, я писал работу о вас в 7-м классе. Когда он вышел в космос, ему пришлось заклеивать свой костюм клейкой лентой. Сэм, мы используем клейкую ленту повсюду. Хочу спросить, а каково это быть в невесомости? Сэм, представь, что летишь со скоростью 28 тысяч километров в час и чувствуешь себя неподвижным, а под тобой вращается огромный земной шар. Давай вернемся на Землю. Могу я кое-что выяснить? Ясность. Ох уж эта ясность. Аркадий ненавидит тайны. Я тревожусь за тебя, братец. Наш надутый глава секьюрити первым оказался у тела. Затем нашел в баре твоего пилота Тайлера и повел его познавать Рэндалла. Сколько лет отправлял людей в космос и упал с крыши? Тайлер сначала позвонил Чейзу, а потом тебе. Да? В сауну. Да, да, в сауну. Лучше бы ты прежде поговорил со мной. Почему? Сауна закрывается в 10 вечера. Мистер Олески, присядьте и снимите, пожалуйста, вашу обувь. Снять обувь? Вот. Теперь мы оба босые. Аркадий, мне нужна помощь. Мы с ними? Я на ногах с 12:36. Иди за ними, Сэм. Проследи. Space Eagle? Águila Espacial. На испанском лучше.
16 пассажиров, каждый платит $250 000 за 4 часа на орбите. Как такую кучу денег можно выкинуть на забавы? От исследования космоса к его использованию. Тестовый полет, полгода назад. Делия Чейз — единственный пассажир. Тоже чокнутая. Мистер Чейз демонстрирует клиентам надежность Space Eagle, отправив на орбиту собственную жену. Как ту русскую собачку? Лайка — первое животное в космосе. И первая жертва. Потому я не люблю летать. Ноги даны, чтобы по земле ходить. Внутри уютный отель. Мистер Баллаган, готовы? Сэмми, сохрани часть энергии на старость. Мой перерыв закончился. Спасибо, Альсина. Пока. Что? Олега обвиняет в убийстве. Камушки с крыши в подушке? Да, точно. Что еще? Чейз нанял ему классного адвоката. Мистер Чейз был здесь? Нет, он на симпозиуме. Ведущий инженер разбился. Думаю, они отложат запуск. Да, иду. Кажется, даже смерть инженера не остановит запуск. Они назвали дату? Да, ровно через месяц. И что они говорят о смерти Рэндалла? Молчат. Больше маркетинга. Чейз первый в космосе. Значит, AC получил разрешение. Да, говорят, первыми пассажирами станут принц Уильям с принцессой. Что с Олегом? Не знаю. Пока я не смогу взять его за горло, заглянуть в глаза и выжать из него правду, сохраняю нейтралитет. Да, у меня тоже есть такие друзья. И ни слова об Олеге. Чейз — это не только космос. Это и медиахолдинг. Они контролируют информацию. Значит, новый капитан? Да, они продвигают Тайлера. А новым пилотом будет какой-то русский. Владимир Федоров. Тоже твой друг? Мой единственный друг ты, Пипа. Ах, вот как. Русские взаимозаменяемы. Американским инвесторам нужно американское лицо. На связи. Мистер Киркпатрик, на пару слов. О чем хотел поговорить с вами наш покойный друг Рэндалл? Мелочи, технический вопрос. И он не мог подождать до утра? Это частное, насчет моего контракта. Ясно. Но молчание насчет Рэндалла на пресс-конференции было оглушительным. У нас есть люди в прессе, так что... Не отвлекаться от главного, понимаю. Гражданские в космосе. Это так ново. И все же вы оставили стабильную работу в НАСА. Верно, я оставил стабильную службу на Discovery ради Чейза. Посмотрел, каковы тенденции, и рискнул. И где теперь Discovery? Многие пилоты НАСА тянули слишком долго, и теперь они названивают мне. Верный шаг в нужное время. Теперь вы капитан с фондовыми опционами. Я выполняю данное мне задание и не лезу в политику. И я был в баре, когда Рэндалл погиб. Спросите бармен, что она меня вспомнит. Конечно, я в этом уверен. Лицо на тысячах коробок с мюсли. Да, я помню Тайлера. Это эйс из горячих голов. Айсмен. В России в 86-м у меня была пиратская копия. Ладно. Айсмен никого не сбрасывал с крыши. Я налила ему эль, когда Хьюго вошел в бар и попросил опознать тело. Пошел. Уже иду. Мистер Баллаган, решаете задачку? Она слишком меня касается. Да, дела Олега плохи. Потому что он толкнул тебя с крыши? А старым друзьям трудно верить. Что-то не так. Да? Что с твоими очками? Вы наблюдательны, мистер Баллаган. Аркадий. Я под подозрением. У меня отобрали паспорт и выдали электронный браслет. А от тебя никакого сочувствия? Сочувствие? Что случилось у вас с Рэндаллом? Зачем ты полез на крышу? Возьми пистолет и убей меня. Выстрели прямо в сердце. Сперва объясни, откуда камушки в твоей подошве. Я был на крыше, да. Пошел поговорить с ним, но когда я уходил, Рэндалл был жив. О чем вы говорили?
У меня есть алиби. Вроде закрытой сауны. Когда Рэндалл упал с крыши, я был с Дели и Чейз. Может, хватит? Нет, поверь, на этот раз я говорю чистую правду. Ты трахал жену Эйси Чейза? Она чудесная женщина, и у меня к ней настоящие чувства. Не сомневаюсь. Рэндалл шантажировал ее, собирался сообщить Эйси о нашем романе. Я хотел переубедить его. И что? Это был трудный разговор. Он отказался, и мы повздорили. Догадываюсь, ты разбил ему очки. Да, в какой-то момент я ударил его по лицу. Я разбил их. Но что это за мужик шантажировать женщину? Ты знаешь, что это значит? Что? Я разбил его очки. Ты думаешь, что он ослеп, споткнулся и упал с крыши? Нет, я так не думаю. Прекрасно. Его столкнули, сбросили с крыши. Телескоп отправили за ним. А теперь твои отпечатки пальцев на его очках. Хватит. С меня довольно. Эйси очень мстительный тип. И поэтому ты спал с его женой? Ты включишь свой мозг, чтобы помочь мне. Я включу его, чтобы понять, кто убил Рэндалла. Клянусь покойной матерью, когда Рэндалл упал с крыши, я был с Дели и Чейз. Сеньор, свежие полотенца в ваш номер. Спасибо, не надо. Они сверхмягкие. Спасибо. Благодарю. Спасибо, что пришли, миссис Чейз. Могу заверить, все конфиденциально. Прошу. Не уверена, что это необходимо. Что вы хотите? Где был Олег в момент гибели Рэндалла? Он сказал, что был с вами. Смешно. Я спала в постели со своим мужем. Ясно, но у вас был роман с Олегом? Какая чушь! С чего вы взяли? Простите, не намерен вас судить, но вы явно лжете. Я знаю Олега. Знаю, как он влияет на женщин. И я знаю, что он не сказал бы, что с кем-то спал, если бы этого не было. Было однажды. Довольно давно. Но не прошлой ночи. Нет. Не знаю, спрыгнул Рэндалл или упал, или его столкнули, но я не алиби Олега. Ему светит обвинение в убийстве, миссис Чейз. Если бы вы помогли... Не могу. Я была в постели рядом со своим мужем. И мы с вами никогда не говорили. Люблю блондинок. Я влюблен в нее. Так я тебе и поверил. Это правда, и она меня любит. Продолжай, может, правда и всплывет. Я не вру. Дели не признает, что была со мной. Она боится мужа. Он просто социопат. Почему ты в моей ванной? Моя слишком маленькая. Аркадий, представь меня в тюрьме, где нет ванной. Прошу тебя, не подрезай мне крылья. Думаешь, я докажу, что ты не убийца, и умолчу, что ты спал с женой босса? Да, ради нее, да. Слушай, я тебе отплачу. Я звонил в Москву другу из спецслужб. Насчет Розмари. Узнать, нет ли досье на вас. Пипа! Все, что ты скажешь о Розмари, касается Пипы. Пипа, Пипа, давай сюда. Смотри на меня. На меня, Пипа, на меня. Да, но он же говорит. Неважно. Мой датчик. Спецслужбы вычислили меня. Заткнись ты. Пожалуйста. Пипа, я боюсь за Аркадия. Агорафобия, паранойя. Ему нужна помощь. Пожалуйста, я забочусь о тебе. Ты думаешь, что Розмари убили из-за тебя? Я решил это проверить, поспрашивал нужных людей. И что же я выяснил? Ничего, никакой слежки. Никто в Москве и не вспоминает об Аркадии Балагане. Я же говорила. Никакого смысла. Нужно придерживаться версии, что это кто-то из отеля. Эта версия тоже не имеет смысла, а я отдал миллион на демократическое движение. Демократия в России — вопрос спорный. Почти все можно решить деньгами. Все не так просто. Единственная твоя связь с Россией — это твое эго и желание быть значительным, сидя в заперти в этом отеле. Мистер Чейз, Аркадий Балаган. Мы познакомились вчера вечером. Я помню. Помню также, что вы победили Дамашука в Варшаве в 89-м. Да, но никто не знал, что тогда он только что потерял мать. Я знал, поэтому и ставил на вас.
Дело Олега ведет наш лучший адвокат. Очень щедро. Я пообещал ему полет на Space Eagle. Не верю, что Олег столкнул Рэндала. Так почему он потерял место капитана? Ставки слишком высоки для скандала. Мистер Чейз, для вас пакет. Напомните, пожалуйста, вы и ваша жена уже легли, когда погиб Рэндал? Верно. Вместе? Вы на что-то намекаете? Просто я был в холле и видел, как ваша жена спустилась первой в халате, а потом вы полностью одетый. Я потрудился одеться. Я бы не вышел в халате в холл, как не пошел бы в нем на работу. Кажется, что вы не разделяете моих взглядов. В шахматах король в халате. Я забуду об этом разговоре. Ради Олега. Не переоцените себя, мистер Балаган. Как всегда. Олег задал задачку, а младшему брату приходится ее решать. Дружить бывает непросто. Прошу, не надо петь оды дружбе. В смысле, дружба не дает объективно мыслить. Верно. Есть предположение? На что же обратить внимание? Да, на жертву. Рэндал. 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 Она права. Ты игнорируешь меня. Вообще-то я занят. Игнорируя меня, люди рискуют. Да. И ты их шантажируешь. Интересно, было ли у тебя что-то в запасе? Похоже на то. Мне пора. Телескоп не забудь. Эй, ты куда? Мистер Рэндал жил в 706-м. Я была там после полиции. Что забрали? Когда я убиралась, ничего не было. Простыни, мусор, все забрали. А мусор с прошлого дня? Сэм, бордоская горчица? Да, еще из Каперсея. Думаю, все еще в контейнере. Отлично. Сэм, две игры в шахматы, если ты его добудешь. Из помойки? Да. Пять. Нет, три. Четыре. Согласен. Я бы сам достал, но это снаружи. Мусор в прозрачных мешках. В большой мешок я кладу мешки из четырех номеров. Тебе нужен тот, который с подгузниками. С подгузниками? Да. У женщины в соседнем номере близнецы. Какие вещи изъяла полиция из номера Рэндала? Обычное барахло, одежду и хлам. Отчет? Не трогай. Кто-то из вас присутствовал, когда обыски улетела Рэндала? Я присутствовал, ничего не было. Даже ключей? Нет, а в чем дело? Дай-ка глянуть журнал посещения номера Рэндала. Хьюго, прошу, если что-то узнаю, запишешь на свой счет. Знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, что твой русский друг, слетав в космос, много о себе возомнил. Решил, что он пуп Земли, и убийство сойдет ему с рук. Я рассмотрю эту версию, как она того заслуживает. Ну вот, номер 713. Прошлая ночь. Вход, выход, вход, выход. Что? Вот. 12:34, обратно через 3 минуты. Значит, Рэндал, падая с крыши, был у себя в номере? Да. Спасибо, Хьюго. Постой, но как? Это же невозможно. Похоже, работали двое. Один дает пинка Рэндалу, другой по его карте проникает в номер. Да, но зачем? Чтобы узнать зачем, нужно узнать кто. Предположим, Олег не лжет, и в момент убийства он был в номере с Дели Чейз. Аркадий, спасибо за поддержку. Итак, Эйси оставался в баре до 10:45 и лег спать один. Сколько времени? Рэндал мертв. Вашей жены нет в номере. Она еще внизу, в баре. Нет, мы видели, как она уходила. Она собиралась лечь, но вышла прежде, чем я проснулся. Нет, она была с Олегом. Зачем вы скрыли ее роман и сказали, что она легла, хотя ее не было? Я знал о ее романе, ясно? Мы свингеры. Конечно, нет. Эй,
Эйси думал, что его жена легла, потому что его в номере тоже не было. Он был на крыше или в номере Рэндала, но с кем он работал? Тайлер, он хочет убрать меня с пути. Меня кто-нибудь слушал? Тайлер был здесь, я наливала ему выпить. Отныне у меня новый минимальный стандарт. Не рыться в помойках. Можно это убрать отсюда? Ну? Что? Гадость, еще гадостней. Открой. Сын. Олег сзади. Это за мою жену. Нет, только не в баре. Ищи себе адвоката и будешь гнить в тюрьме. Вон. Спасибо. Лед. Хотелось бы знать, что за добрый человек рассказал ему, что я сплю с его женой. Возможно, она сама. Нет, она его боится. Делия. Вы дали мне слово, что все будет в тайне. Уверяю, я ничего не говорил вашему мужу. Он швырнул мои вещи в бассейн. Дорогая. Заткнись, мужчины. Вы как дети. Рэндалл, должно быть, показал ему запись. Запись? Запись. Какую? Это личная. Нет. Рэндалл сделал запись. Секс-запись? Олег. Что? Как? Рэндалл все записал. У вас был секс в космосе? Во время первого рейса. Весело. Простите. Рэндалл использовал запись против меня. Хотел, чтобы я убедила мужа не увольнять его. Не увольнять? Рэндалл докучал ему с какой-то проблемой безопасности. Что за проблема? Что-то техническое. Эйси хотел избавиться от Рэндалла, чтобы ее не решать. Но почему? Она неустранима, ясно. Эйси настаивал, чтобы Рэндалл ушел. Я умоляла Рэндалла, но он сказал, что расскажет о проблеме службе безопасности. И запуск бы отменили. И Чейз Галактик можно было бы вычеркнуть из истории. Олег, прости. Прости, что не составила тебе алиби, но теперь я могу это сделать. Слишком поздно. Нет, нет. Да, да. Еще не поздно. Поздно? Никогда не поздно. Поздно. Что? Мистер Баллаган, это Барбара, менеджер. Да, мы знакомы. Что? Миссис Чейз у вас? Да. Мы сушим ваши вещи и подготовили другой номер. Спасибо, сейчас буду. Не знаю, где был мой муж, когда погиб Рэндалл, но уверяю, если что-то угрожает запуску, он способен на все. Идем. Все будет хорошо. Иди к себе в номер. Видишь, я любовник, а не убийца. Что мне с тобой делать? Я не могу рассказать правду. Я утаил информацию. Информацию о сексе в космосе. Честь женщины. Да, с ее честью проблема. Аркадий, прошу. Рэндалл не мог показать это Эйси. Эйси только что ударил тебя по лицу. Значит, только что узнал. Кто ему сказал? Не знаю. Ты прикрываешь Делию. Она твоя алиби или ты ее? Она столкнула шантажиста с крыши или ты? Как ты можешь, братец? Ничем не могу помочь. Ты не хочешь помочь. Ты вечно предвзятый. Потому что ты вечно виноват. В чем? В том, что живу, ем, пью, трахаюсь, вижу мир. Все, чего ты никогда не увидишь, потому что ты отгородился стеной. Вот оно что. Ты ото всего отгородился и стал циником. Циником? Я был рожден циником. Мои родители члены партии циников. Я знаю, что такое месяцами сидеть в заперти. Откуда тебе знать? Я 8 месяцев пробовал на космической станции. И от этого медленно сходишь с ума. Мы с тобой совершенно разные, Олег. Смотри, океан рядом. Тебе нужно рыдать на берегу, выть на звезды. Первичная терапия, прошу тебя. Ты оказался в ловушке своего мозга. Не трогай меня. Отказался от любви, от дружбы. Да, конечно. Отказался от меня. Я не отказывался от тебя. От России. Я не отказывался от России. И от своей матери. И от матери не отказывался. Давай же, давай, сломай мне нос. Давай же. Ну же, бей меня. Если это освободит тебя из твоей тюрьмы, я готов. Дэнни. Хочешь поговорить? Не уверена, что я хочу.
Когда достигаешь дна, Дэнни, просто не о чем говорить. Лишь пара покойников, зависших в баре. Говори за себя. Еще мальчишка, я мечтал отправлять людей в космос. Тогда почему в твоем резюме стоит порнограф и шантажист? На кону были жизни. Из-за проблемы с безопасностью? Эйси отказался ее устранить, и ты решил ее обнародовать? За наши неудачи. Хьюго, когда полиция изымала вещи Рэндалла, ноутбук забрали? Ноутбука не было. Как же инженеру без ноутбука? Сдаюсь, ты гений. Когда команда Чейза заселялась, кто раздавал ключи от номеров? Помощник босса. Баллаган? Здравствуйте. Дэнни, ты еще хранишь мой мусор? Пожалуйста. Добро пожаловать, Хаксли. Что желаете? Спасибо. Рэндалл записывал что-то на диск. У него был ноутбук. Отлично. О чем мы говорим? А если после падения Рэндалла с крыши AC зашел в его номер и украл ноутбук? Зачем? Подозревает, там было что-то связанное с проблемами безопасности. Ясно. Вдруг он случайно обнаружил секс-фильм. Секс-фильм? И он украл ноутбук после доклада в управлении. Что за секс-фильм? AC давил на Рэндалла, но тот упрямился, после чего был убит. Рэндалл мог разрушить все предприятие. Значит, если AC был занят кражей ноутбука из номера Рэндалла... Он не мог в это время быть на крыше. Ну правда, что за секс-фильм? Секс-фильм? А, неважно. Интересно, ты обсуждаешь с кем-то Розмари и ваши отношения? Так не может длиться вечно. Тебе нужно выйти наружу. Посмотри, что там происходит. Не всегда можно контролировать то, что происходит там отсюда. Мое сердце разрывается, когда я вижу, как твой гений изолирует тебя. Ты вырос в гордеца, полного презрения, отстраненного. С Розмари я таким не был. Да, в Париже с Розмари ты обнимал весь мир. Я любил. Ты и сейчас любишь. Но любовь, тоска, стратегия здесь не поможет. Вместо того, чтобы двигаться, ты сидишь здесь, решая чужие загадки. Врач нашелся. Если бы кто-то умирал из-за каждой замужней женщины, с которой ты спишь, земля была бы усеяна трупами. Да. Но я знаю, в убийстве ты не виновен. Доброе утро. Это я. Привет. Доброе. Думаешь, я не заметил атаки жареной печень Пола Морфи? Я на это рассчитывал. Как приятно видеть, что все ладят. На МКС шахматы запретили, когда из-за игры возникла драка. Ладно, ладно, я ее начал, но Крашинский мухлевал. А теперь ты можешь играть только с наземными службами, потому что... Здорово. Но когда мы вернемся на Землю? Похоже, Рэндалл погиб из-за секс-фильма или доклада в управлении авиации. И то, и другое было в его ноутбуке, который исчез. Извини, но что за секс-фильм? Не спрашивай. Я счастлив, что я уже не главный подозреваемый у Аркадия. И это не Делия. Она была с ним. И AC был в номере Рэндалла и не мог быть на крыше. Но кто же тогда? Тайлер. У Тайлера есть алиби. И с этим проблема. Вот.
Это доказывает, что Тайлер был в баре всю ночь. Эль, оплетение, оплетение, эль, бурбон. Еще двойной бурбон. С чего бы это? Не знаю. Кто-то еще купит тебе выпить? Хорошие новости. Плохие. Плохие? Барбара! Минутку, мистер Балаган. Барбара, извините. Олег хочет снять бар. Что, я хочу? Да, частный завтрак. Мистер Чейз, что все это значит? Во-первых, ноутбук с докладом, который мог бы повлиять на запуск. Не знаю, о чем вы. Там же неожиданно видеофайл со свиданием вашей жены в условиях невесомости. Вы себя выдали, ударив Олега. Осторожней, мистер Балаган. Я просто пытаюсь спасти друга от ложного обвинения. Если все пойдет хорошо, смогу помочь вам с Делией избежать галактического скандала. Тайлер, проходите. Садитесь с Дженни сюда, прошу. Что происходит, Эйси? Пусть расскажет. Давайте сделаем реконструкцию. Переместимся во времени в ночь смерти Рэндалла. Мистер Чейз ушел спать. Тайлер, вы поговорили с Рэндаллом в холле и вернулись за двойным бурбоном. Спасибо, Дэнни. Итак, Рэндалл один на крыше, озабоченный этой таинственной проблемой с безопасностью. Тайлер, будьте любезны, снимите куртку. Вот. Теперь для ясности. Джинни, Тайлер, ваш новый друг? Вы только познакомились? Да, я узнала его по портрету на коробке с хлопьями. Кирк Патрик Кранч. Разве забудешь это лицо? Этот точеный профиль, который делает его столь ценным для Чейз Галактик. Его ценность в том, что он астронавт из НАСА. С маркетинговым потенциалом. Но я отвлекся. Той ночью Олег пожелал нам доброй ночи. Мы с Пипой тоже ушли и вернулись в мой сьют. Было 12:36. Рэндалл падает. Сейчас. Рэндалл упал. Спустя 4 секунды падает его телескоп. Ужасно, я избавлюсь. Он упал на Веспу, некрасиво получилось. Хьюго, наш секьюрити, оказался там первым. Что случилось, Хьюго, живо? Он умер. Итак, я позвонил в службу спасения и стал ждать. Кто когда прибыл? В 12:40 полиция, а затем скорая. Верно. Итак, Хьюго ждал 4 минуты. За это время кто-то проник в номер Рэндалла. И это были вы. Я не удостою вас ответом. Но вы убили Рэндалла. Ничего подобного. Знаю. И полиция согласится. У вас в ботинках нет камушков с крыши. И на фото с камер наблюдения вас нет и поблизости. Но и меня там нет. Да, но ты всегда ходишь по лестнице, а там камеры не установлены. Видите? Олег уже не юноша. Ему приходится работать, чтобы пройти медосмотры. Куда труднее, чем молодому парню вроде Тайлера. Дэнни, имбирный эль и аплетини, пожалуйста. Спасибо. Уже 12:40. Вот, 4 минуты. Прибыла полиция. Что дальше, Хьюго? Я притопал сюда найти кого-то из Чейз Галактик. Значит, топай. Он идет к первому же человеку в куртке Чейз Галактик. На ком она была надета? На ней. И ты сказал? Вы из Чейз Галактик. А вы в ответ? Нет, не я, он. Верно. Итак, Тайлер, астронавт, в гораздо лучшей форме, чем Сэм. Он имеет время. Столкнуть Рэндалла – безумие. А потом? Спуститься по лестнице в бар. Когда я подавала ему напиток, вошел Хьюго. Вы что, серьезно? Вы помните, Тайлер покидал бар примерно в это время? Ты долго пробыл в туалете. Я думала... Смешно. Какой у меня мотив убивать Рэндалла? Мотив?
Заткнуть Рэндалла, одержимого безопасностью. Он мог отменить запуск. Простите, не могли бы вы отдать куртку? Тайлер, не могли бы вы ее снова надеть? Вы надеваете куртку с таким шейком? Не знал. Тайлер, я иду на крышу. Можно тебя на пару слов? Что, Рэндалл? Сегодня поток Лириды встречается с кометой Тэтчера. Это не приглашение, Тайлер. Он вам угрожает. Вы могли бы достичь звезд, да? Подозреваю, вы покинули НАСА в надежде, что ваша травма останется незамеченной врачами частной аэрокосмической индустрии. Травма его плеча – вот таинственная проблема с безопасностью, и Рэндалл собирался ее раскрыть. Вот о чем он говорил с вами, поэтому вы заказали двойной бурбон. Ах ты идиот! Я бы прикрыл это. Я не позволил бы Рэндаллу сорвать старт из-за чертовой травмы плеча. Я позвонил в полицию, вы пойдете с нами. Теперь все, что вам нужно, это работа. Сейчас все, что мне нужно, это водка. Очень по-русски. Отлично. А это Олег. Да. Я же говорил тебе, Сэм, мы везде используем липкую ленту. Но, мистер Олески, это же исторические кадры. Гигантский скачок для человечества. Первое документальное свидетельство о человеческом совокуплении в космосе. Да-да, но, Сэм, сдержанность — вот наш выбор. Ради чести дамы. Да. За моего братца. За моего большого брата. Островия.